Здравствуйте. Вот я снова в лесу на грибах. Насобирал пол корзины лисичек, начал косить подосиновички молодые и грузди. Грузди беру только чистые, их здесь очень много. Вот остановился на таком хорошем грибочке. Давайте его сорвем, посмотрим. Ух, какой красавец подосиновичек. Они у нас растут серыми, но шляпками и с красными. Серыми тоже это подосиновички. Груздя, груздями здесь все забито. Здесь нельзя ступить на землю, чтобы не наступить на грусть. Я вот беру, выбираю вот такие молодые, сверху более белые и внутри закрученные. Здесь полно их. Вот такой. Смотрите, какие они тут полно. Везде, куда ни посмотришь, везде грузди. Вот этот еще можно взять. Видите, ножка закрученная такая. Плотный, хороший. Здесь немножко помыть и пойдет. Попал на время размножения как раз. Подосиновички пошли. Смотрите, ух, какая красота. 5 штук. Вот видите, какие. И еще маленький. О, шапочку оторвал. Жалко. Вот такой. 5 штук в одном месте. Сколько много груздей. Конечно, мы их всех брать не будем. Возьмем, наверное, вот этого одного. Более такой чистый и закрученный еще, видите? Вот, чистенький, хороший и закрученные края. Вот, видите, еще не чистил, а он уже чистый. Вот такой пойдет. Вот какой пузань. О, красавец. Корзины мои наполняются. И грузди беру. Ну, грузди беру не помного пока, потому что будет тяжело носить. Уже насобирал полную корзину, и та наполняется. И тут я уже почти выхожу из леса, и тут такие подосиновички. И целая семейка. Вот. Еще есть. Вот такой. И еще есть вот такие подосиночки. Самые вкусные, молодые. Там еще есть один, но не молодой.